Здравствуйте, друзья! Компания «Вспорте.ру» и «Северная лига ЛФЛ» начинают прямую трансляцию. Открываем новый сезон. Матч за Суперкубок лиги, турнир из одной игры. Ну и команды, которые были триумфаторами в прошлом году, в прошлом чемпионате. «Интер» завоевал титул, «ЦДК» выиграл кубок. И сегодня, в день открытие, ну, так скажем, уикенд открытия, потому что, конечно, воскресенье, команды вышки, вот первые две сейчас на поле выйдут, ну, а так-то в Северной лиге уже вовсю все стартовало, и третий, второй, первый дивизион играют, но вот по-настоящему классного, вкусного футбола мы действительно заждались. Сегодня надеемся на таковой. Суперкубок, матч за трофей, и ваш комментатор на ближайший сейчас Кирилл Разумовский вместе со мной эту игру посмотрим. Надеюсь, мешать не буду, а попробую рассказать что-нибудь интересное. Главный арбитр сегодняшней встречи Владимир Коржевский. Рядом с Сергеем Филиным, вот сейчас на ваших экранах. ЦДК, вот, покажите же нам ЦДК. Они необычно, несколько новая традиция, может быть, зарождается. Смотрите, в круг, вот так, новые задачи, новые победы планирует Дмитрий Свиридов. Вот виден, виднеется он там за футболистами. Все обнялись, хорошее настроение, хорошая атмосфера, но готовится ЦДК Интеру дать бой. Футбол действительно должен получиться, и Суперкубок нас уже приучил, что не всегда чемпион, во-первых, завоевывает этот трофей. Мы поговорим об этом позднее. Всего 5 суперкубков у нас, точнее, сейчас 5-й, 4 было разыграно до этого. Вообще в истории Севера. Ну и в одной игре может случиться что угодно, тем более составы, ну, практически самые боевые. В составах обеих команд произошли изменения, это тоже определенная интрига. Но в целом все те же действующие лица, все звезды, к которым мы привыкли. В общем, надеемся на классный футбол. Интер в своей форме, форме Интера. Сине-черная полосатая футболка, черные шорты и желтые гетры. ЦДК в красно-синих цветах. Теперь уже так можно наконец-то называть эту команду, потому что долгое время все-таки красно-черные преобладали. Но вот здесь Илья Горшков под вторым номером еще в прошлом сезоне эту форму стал надевать на матче и во всем белом, а так красно-синий, да, с небольшим вкраплением черного в шортах в основном. Ну и яркая, сочная картинка, воскресный вечер, прайм-тайм, в общем, все располагает, и мы ждем стартового сигнала арбитра. После этого, как обычно, по составам, после этого смотрим красивый футбол. Ну вот и звучит этот свисток. Поехали. Интер все-таки сегодня номинальный хозяин, поскольку он чемпион. Армейцы будут, скажем так, гостевой командой, гостевой стороной. Поэтому давайте с Интера начнем. В воротах у Нарадзури Александр Филимонов, номер 1. В обороне слева направо Руслан Нахушев, номер 15. Сергей Филин, номер 8. Максим Кирсанов, номер 99. В центре поля, в опорной зоне нет Дмитрия Мечкова сейчас. Он теперь работает в футбольном клубе «Торпедо». Можно сказать, возрождает славные традиции автозаводского клуба. Не знаю, будет ли приезжать в этом сезоне, но сегодня без него. Владимир Свежук на его позиции. 21 номер у него. Тут тем временем первый штрафной армейцы пробили. Не опасно получилось. На флангах атаки у Интера Николай Липаткин, номер 17. И, внимание, Антон Горячев, номер 13. Футболист, перешедший в Интер из авангарда восточного, тот, который был Мортоном, и тот, который в этом межсезонье неожиданно
приостановил свое выступление в ЛФЛ. Опять же, об этом поговорим позже. И со стороны ЦДКА есть футболист из «Авангарда», бывший одноклубник «Горячего», чуть позже об этом, потому что он вообще на скамейке запасных игру начинает. Ну и впереди у «Интера» Артак Григорян, 77-й номер, здесь без сюрпризов, лучший игрок прошлого сезона, лучший бомбардир и лучший там по всем номинациям, лучший нападающий и чемпион Москвы в составе сборных, в общем, лучший. И, кстати, обладатель континентальной футбольной лиги в составе ЦДКА, вот и такая здесь интрига есть. Что касается армейцев, в воротах Илья Горшков, номер 2, как я уже и говорил, в обороне Александр Авдеенко, 4-й, Андрей Смирнов, 3-й, капитан команды Владислав Хатажонков, 11-й, в центре поля Денис Назаров, номер 6, вот сейчас у него мяч отобрали, Евгений Алдонин рядом с ним под 22-м номером, Андрей Коряка, номер 9, и впереди Фурман Саакян, номер 8, в принципе, можно сказать, что это боевой состав армейцев. В прошлом сезоне мы довольно много рассуждали о том, как лучше, действительно, в какой лучшей расстановке использовать полузащитников имеющихся. И сейчас будем разбираться. Но по ситуации Коряка, понятно, он где-то поближе к атаке скорее будет действовать. Вот все-таки Алдонин, как мне кажется, пока ближе к защитникам, только в позиции опорного, либо вместе с Назаровым на одной линии оказывается, вот как сейчас. И тогда этот треугольник полузащитников будет разворачиваться. Вот это интересно, потому что от этого достаточно много будет зависеть. Мы помним, что в прошлом сезоне в некоторых матчах именно от действий Алдонина и Назарова вот в этой зоне очень многое зависело. Но Алдонин сейчас в хорошей форме. И Алдонин, сколько я понимаю, входит в расширенный список сборной России, которая в Италию собирается ехать под руководством Дмитрия Смирнова. Там вообще несколько игроков и ЦДК, и Гефеста, в частности, 4 человека. Вот из Интера, насколько я понимаю, по крайней мере, нет у меня информации, вызывали ли кого-то, потому что все футболисты Интера здесь сейчас, они на Сетуньпарк, например, где сборы команд проводятся, ну или были там, а потом приехали. В общем, это тема отдельного разговора. Так Григорян, по крайней мере, в каком-то блэк-листе у Дмитрия Смирнова, хотя это уже такой набивший оскомину вопрос. Коряка здорово играет пяточкой. Назаров классно разворачивает атаку. Ой, чуть-чуть шага не хватает буквально Александру Авдеенко, чтобы этот мяч достать, оставить в поле. Отметьте, на первых минутах смотрится лучше. У Интера немножко не получается игра. Пока не могут мяч на Радзуре под свой контроль забрать. Я, наверное, пару слов скажу все-таки о заменах, чтобы затем минимально времени уделять, потому что замен сегодня, очевидно, будет много, и те, и другие команды хорошие, такие длинные скамейки на игру заявили. У Интера запасной голкипер Дмитрий Епифанов, перешедший в команду в этом межсезонье, для усиления вратарской позиции в случае отсутствия Александра Филимонова. Это точечно и это очень логично для команды, которая все время пытается выиграть Лигу чемпионов и все время не получается. На внутренней арене у Интера все в порядке и так с результатами. Но хочется большего, конечно, Сергею Филину. Опасный удар Коряки. Филимонов справляется. Ну, просто за счет выбора позиции дальше дело вратарской техники. Полевые игроки: Константин Кадеев, Алексей Мишин, Максим Тараненко, Александр Рощин и Алексей Аверьянов. Ну и новичок, еще один новичок Интера, тоже перешедший из «Авангарда», Марат Садиков. Вот за его действием будет интересно понаблюдать. А здесь фол, опасная игра зафиксирована. Евгений Алдонин так агрессивно очень атаковал Николая Липаткина.
и правила нарушил в этом эпизоде. Ну и позиция уж больно хороша для Руслана Нахшева. Конечно, ему, наверное, было бы чуть удобнее, если мяч где-то ближе к центру был или даже в правом полуфланге, потому что с левой ноги будет располняться. Но Нахшев забивает с любых позиций, с любых дистанций. И, в принципе, удар у него очень приличный, поэтому смотрим. Сейчас подачу он выполняет, и Алдонин мяч головой выносит. Так, Филин в борьбе с Саакяном. Победителем в итоге выходит из нее. Кирсанов на правом фланге. На Григоряна передача низом. Ее прерывает Назаров в подкате, выбивая мяч на угловой. Горячев, взрывной, техничный полузащитник. Наверное, можно в каком-то смысле с Александром Рощиным его сравнить и по габаритам, и по манере игры. Но это еще одно усиление у Интера. В принципе, определенные, я не скажу, что большие проблемы, но возникали по ходу прошлого сезона именно в отношении ротации. Вроде бы состав очень мощный, вроде бы есть кому выйти на замену, но не все футболисты, скажем так, взаимозаменяемы, и определенная работа на трансферном рынке была произведена, тем более, что у Интера была возможность, и до сих пор, кстати, остается, вот отзаявлены, в прошлом году был отзаявлен Владимир Колесников, сейчас, например, Денис Калинин, они и так не играли и выполняли роль тренеров, ходили время от времени всего лишь на поле. Но вот за счет их отзаявки появились вакансии, которые заполнили новые игроки. Ну и есть там заявки у Интера, например, да, Дмитрий Парфенов, который, ну, очевидно, что сейчас никак в ЛФЛ участвовать не может. И если нужно будет, можно его временно тоже отзаявить, а какого-то другого футболиста в состав поставить. У ЦДК и таких проблем нет, потому что всего 20 человек в заявке, и Дмитрий Свиридов не играет. В общем-то, после той травмы своей очень тяжелой, после которой долго восстанавливался на поле, он так и не выходил больше. Олег Полтевский редко приезжает на игры. Ну, есть там, например, еще Алексей Щиголев, и тоже в общем, ну, в случае какой-то крайней необходимости выйдет на поле, потому что в матчах высшего дивизиона Севера не видел я его уж пару лет как играющим, поэтому ЦДК совершенно безболезненно, отзаявив Надара Кибадзе и получившего тяжелую травму в матче молодежных сборных, финального турнира молодежных сборных Василия Скакунова, заявил двух футболистов. Это еще один герой молодежного чемпионата Георгий Митечкин. Он из беды перешел. Это очевидно вопрос перспективы. Но, в принципе, и уже сейчас этот игрок в какие-то эпизоды может игру команды, ну, разнообразить, как минимум. По крайней мере, дать объем беговой работы и позволить отдохнуть лидерам, которые безусловно, супер игроки и супер классом обладают, но физически, конечно, не всегда оказываются способны действовать в нужном темпе на протяжении всего матча. Ну и еще один новый футболист у ЦДК есть. Я уже так его анонсировал примерно. Это Виктор Косачев из «Авангарда». Также он, кстати, на поле появился. И сейчас он в линии атаки действует. Заставляет Сергея Филина ошибиться. У него 17 номер на футболке. Он Саакяна заменил примерно, ну, чуть меньше 10 минут. Саакян сыграл в первом тайме. Это вопрос ротации. Но и я не знаю подробностей. Наверняка Надар Кибадзе, кстати, в общем-то, во многом это тот футболист, который и своей игрой принес ЦДК кубок. Потому что вот на решающих стадиях он действительно классно выглядел. Он забивал, он был во всех матчах лучшим игроком, во всех последних матчах, вот финальные две недели
сезона. Наверняка он был своей ролью недоволен. Армейцы не заявили его на КФЛ, например, потому что там вообще была ограниченная заявка, а плюс еще так называемые легионеры, которые Кирилл Бирюков, Артак Григорян, там Кадеев тот же. Появился тогда Белелединов Диньяр в составе ЦДК, и, в общем, там Кибадзе не хватило места, и наверняка он был недоволен своим положением. Вот ушел, ну, Скокунов, понятно, все равно в ближайшее время играть в футбол не сможет, к сожалению, талантливый молодой парень. Здесь придется небольшую паузу сделать. Тут здоровья пожелаем. Так, Митечкин на поле появился. Заменил он, между прочим, Назарова, а не, допустим, Коряку. Как можно было предположить, но Коряк пока по движению не проседает. И понятно, что есть определенная заточенность в атаке на его игру. Назаров объем-то всегда выполнял. Другое дело, что мы не знаем, в какой он сейчас находится форме, как готов функционально. Митчикин как раз способен носиться взад и вперед и пытаться обострять. И, наверное, я вот помимо тех футболистов, которые уже вышли на поле, скажу, назову остальных, потому что как-то запасных Интера. Да, вот сейчас смешно было. Смешно, но Митчикин серьезную борьбу до нахушу навязал и практически выиграл. Так, ну а здесь что? Здесь пока устное предупреждение. Алдонин зацепил Григоряна, но жестковато получилось. Но, как мне кажется, Владимир Кожевский прав, потому что какой-то здесь умышленной грубости не было. Филин мяч разыгрывает тем временем через Кирсанова. Горячев ищет вариант подачи штрафную. Здесь Тажонков выносит. И еще один удар Антона Горячева. Точнее, теперь удар. И Горшков спокойно мяч в руки забирает. У ЦДК запасные Роман Памшев, Вячеслав Саркисов, Евгений Вашурин, Алексей Милешин, ну, плюс те двое, что уже вышли. И Панайот Хартияди, которого я пока не видел на стадионе, но обещали, что подъедет он, вот если успеет, может быть, там в последний момент. Саркисов сейчас выйдет вместо Александра Авдеенко. И смотрю на скамейку Интера, там пока никаких движений особенных нет. Сначала так смотрю, вроде бы Константин Кадеев в сторонку отошел, оказалось, просто зашнуровать бутсы. Значит ли это, что будет выходить скоро на поле? Совсем не факт. Так что Интер пока без замен, ЦДК, наоборот, старается поддерживать темп за счет коротких отрезков для ряда своих игроков. Но футбол пока в невысоком темпе, несколько осторожный. Можно сказать, что команды друг к другу присматриваются, но они настолько хорошо знают возможности соперника, что скорее это просто определенная тактическая борьба, поиск свободных мест, поиск слабых мест в обороне противника. И вот, например, Григорян отлепился, отклеился от Смирнова. На долю секунды пробился разворот, а Горшков выручил команду. Вот он крупным планом невозмутимый голкипер армейцев. Еще один угловой, теперь розыгрыш. Горячев с Кирсановым, Горячев под левую ногу в ближний угол удара. Снова Горшков отрывается. Отражает. Косачев вперед. И можно попробовать на Мичкина закинуть. Ну, слишком в бровку. Ему здесь тяжело против двух будет. Но он уходит. Это желтая карточка. Это очень грубо по-хоккейному. Сергей Филин на 15-й минуте сбивает Мичкина. Ну и, как мне кажется, уходил по флангу миниатюрный полузащитник ЦДК. Да, штрафной. И, наверное, это для чемпиона не самый худший вариант. Розыгрыш. И здесь Саркисов немножко погорячился, да, в касание хотел сыграть. Получилось не лучшим образом. А вот Интер ровно на середине тайма целую группу футболистов меняет. Давайте разбираться, как теперь расставлены будут игроки. Ну что ж,
в обороне. В обороне, насколько я понимаю, без изменений. С чем пауза связана? Нет, изменений есть, потому что ушел Кирсанов, Филин-то остался. Что, справа? Так, ну... Потребуется время. В любом случае, вот Алексей Мишин. Он на левом фланге полузащиты, 23-й номер у него. Значит, он вместо Липаткина. Кадеев вместо Свежука, значит, в опорную зону. Сейчас прорывается. Удар от ворот. Мяч покинул пределы поля. В борьбе с Назаровым, который тоже вернулся на газон. Назаров и Вашурин появились на поле. И как раз ушел Коряка. Ушел Коряк, ушел Хатажонков, Алдонин переместился направо, это у ЦДК. Назаров в центральной зоне, ну и Вашурин опять же ближе к атаке. Сейчас такой более атакующий вариант, потому что и Вашурин, и Митечкин не самые, наверное, оборонительные игроки, так можно сказать. Алдонин сместился во фланг, оставив всю центральную зону Назарова. Он, в принципе, способен этот объем закрывать. Ну вот вопрос, как справиться в конкретной ситуации. У Интера Нахшо слева в обороне остался. Филин в центре. Ну, либо на игру в два защитника перешли. Александр Рощин по 22-м. Мишин слева. Справа Садиков под 10-м номером. И Кадеев в опорной зоне. Но у Нарадзори сейчас игроки активно очень перемещаются. Поэтому нельзя сказать точно, кто в какую позицию вышел. Вот Рощин, например, в центральном круге сейчас словно центральный защитник располагается. И вопрос, это на постоянной основе или это просто место такого глубинного плеймейкера? Естественно, Филин будет играть пониже. Просто по ситуации пошел вперед, сходил к атаке, подключился. Ну, вот я думаю, что все-таки Рощин должен занять место справа в полузащите. Кадеев в центре, Мишин слева. А Садиков, значит, на позицию правого защитника. Вот такие расстановки сейчас. У ЦДК Саакян вместо Косачева на поле возвращается. Атакует пока Интер, но... больше надавливая, что ли, нежели проводя какие-то осмысленные комбинации. К Филимонову мяч вернулся. Хорошая диагональ. И Смирнов дотягивается до мяча головой, выбивает его за боковую. А так Рощин на свободное пространство мог выходить. Но все равно Саута вперед на Григоряна. Григоряна там по двое уже держит. И все равно держать не могут. Рощин прострел. Митечкин мяч штрафной выносит. И здесь может теперь он убежать. Вот дебютка, да, к нам. Здорово сыграл, но в створ не попал с левой ноги против Руслана Нахушева и Садикова. В этой ситуации тяжеловато, конечно, ему было. Такое первоначальное преимущество в скорости и в дистанции имел полузащитник, но дальше его настигли. И можно было, наверное, постараться как-то поточнее удар исполнить, но все-таки Филимонов в воротах, поэтому там, например, совсем уж слабенько тоже не вариант было бить. Но, в общем, сыграл как сыграл, и момент очередной у Интера, наверное, один в качестве голевого можно выделить, когда Григорян бил с разворота и там выручил Горшков. Было еще несколько ударов, но они такие скорее рабочие были. ЦДК пока ни в чем сопернику не уступает. А в борьбе, может быть, даже и превосходит моментами. Ну, по крайней мере, интересно смотреть. 20 минут у нас пролетело. Смирнов вперед.
Вашурин мяч пробросил, а получилось под удар Фурману Суакену, и чуть мяч ему на ногу не лег. Филимонов без паузы в игру вводит. ЦДК прессингует. И вот сейчас вот эта мобильная линия атаки как раз и позволяет осуществлять этот прессинг. Филимонов просто в аут выбивает, потому что Интер не привык к такому, наверное, за последние сезоны. Интер немножечко под этим прессингом потерялся и, что называется, везет сейчас себе. Вот угловой на ровном месте. И что? Ну, во-первых, замена. Кирсанов выходит вместо Нахушева. Ну и все. Не знаю, флажок еще, может, там поправить нужно, но это не так важно. Подача Медичкина опасная. Смирнов в противоход вратарю далековато от створа. Но если бы там кто-то еще пошел на ближнюю штангу, на ближнюю по отношению к тому углу, с которого корнер был исполнен, то могло интересно получиться. По крайней мере, защитники не разобрали всех. И свободные футболисты ЦДК в штрафной Интера были. Сакян скидывает Вашурина. Здесь Назаров, Вашурин. ЦДК сейчас здорово. В одно-два касания центр проходит Авдеенко. Ну, что-то вроде удара изобразил. Получилось как наброс в хоккее. Алдонин Назарову. Мяч слева. Назаров оставляет Митичкину. А Митичкин, кстати, со многими знаком на самом деле. Потому что он несколько минут провел за основную сборную в финальном турнире вот в конце июня, в конце прошлого сезона. Такого триумфального турнира для Севера, где и молодежка, и основная команда выиграли золотые медали. Митичкин оказался в команде после того, как молодежка свой турнир закончила, ну, потому что нужен был футболист, который мог бы практически в качестве универсала выступить и в атаке, выйти там на несколько минут и в полузащите. И вот сейчас смотрю я за его действиями, совершенно не теряется он в компании более опытных футболистов ЦДК. А здесь Сергей Филин хромает, там в борьбе то ли наступили ему на ногу, то ли чуть задели по пятке. ЦДК очередной угловой будет подавать или разыгрывать на этот раз. Мичкин передачу на Авдеенко, и рискованно было. Сейчас сложная передача, мяч отскочил от газона. Наверное, все-таки не стоит так делать. Здесь очень классно Назаров обыгрывает Григоряна за счет движения. Он на газоне, но мяч остается у его партнеров. Коряка ударную позицию не смог он выбраться, по большому счету, но мяч в атаке сохранил. Рощин подбрасывает мяч и выбивает его к центру. Авдеенко возвращает коленом. В общем, сейчас немного суетливая игра вот в эти минуты. И Садиков на Филимонова отыгрывает. Но Филимонов просто бьет вперед, а получается, что за такую передачу зацепиться слишком сложно. Ни Григорян, ни Мишин, никто не успел стартануть в нужную зону. Так что удар от ворот. Илья Горшков, которого минут 5, наверное, не было видно. Вот он сейчас ведет мяч в игру. И здесь тоже ничего не получается. И снова с ноги вперед. И Филимонов на Горшкова. Сейчас такая... Ух, ошибка Алдонина, момент, и Григорян по итогу открывает счет, но все здесь Рощин сделал, ошибка Евгения Алдонина становится результативной в начале 26-й минуты, Интер выходит вперед, ну и, как говорится, ничего не предвещало, такое ощущение, что ждали ошибки друг друга соперники, Интер дождался. Но ЦДК в целом, наверное, пропущенного гола не заслужил в этой ситуации. Тем интереснее дальше будет смотреть. 1-0.
Милешин появился на поле впервые в этом матче. Сейчас передачу в штрафную отдавал. Она не совсем точная оказалась. И еще перестановки. Алдонин так и играет в обороне. И Милешин вместо Митичкина как раз вышел. Сакян впереди. У Интера Артак Григорян отправляется за 4 минуты до конца на скамейку. Алексей Аверьянов вместо него. У него 12 номер. Здесь все привычно. И Филин ушел. В итоге Константин Кадеев теперь переместился на привычную позицию последнего защитника. Свежук вышел в опорную зону. Так, здесь Кадеев как раз, по-моему, наступил на ногу Коряки в борьбе. И Владимир Коржевский штрафной здесь фиксирует. Нарушение правил. Назначает штрафной. Неплохая позиция. Коряка сам будет бить. Может быть, далековато, но... Почему бы не попробовать отсюда? В стенке три человека, насколько я понимаю. Еще четверо в штрафной. Высоковато. Ну что ж, наверное, нужно в конце тайма немножечко об истории турнира рассказать. Как я уже говорил, в пятый раз Суперкубок разыгрывается на севере. И, в общем-то, у нас есть за предыдущие 4 розыгрыша, у нас есть даже двукратный победитель. Так, здесь столкновение в верховой борьбе. Андрей Смирнов и Алексей Мишин столкнулись головами. И поскольку замена... Поскольку замена требуется, значит, разбили голову Мишину. А что у Смирнова? Да, пауза будет. Ну, это игровой момент. Уверен, что здесь и помыслов никаких не было. О грубой игре. Просто такое столкновение неудачное. Так бывает в футболе. Ну и Мишин поле покинул, ему будет помощь оказывать, а Смирнов вроде бы в порядке. Так вот, два раза Суперкубок Беда выигрывала, причем не будучи чемпионом. В первый раз в сезоне 14-15, в начале сезона 14-15, по итогам предыдущего чемпионата Суперкубок разыгрывался. Тогда Терминатор выиграл все на севере. И играл в Суперкубке с серебряным призером. Беда как раз была таковым. И Беда выиграла в матче за Суперкубок 4-3. В этом же году ЦДК стал чемпионом и выиграл кубок. И снова для Суперкубка пришлось вторую команду приглашать. Тогда серебро взял Гефест. И ЦДК играл с Гефестом в начале следующего сезона. С треском проиграл 1-5. В конце этого года Гефест уже стал чемпионом. И... впервые в начале сезона 16-17 сыграл с обладателем кубка. И снова это была Беда. Причем Беда еще и Гефест обыграла в матче за Суперкубок с счетом 3-0. Вот. Ну а затем Терминатор стал чемпионом. Интер взял кубок. Вроде бы все шло к Суперкубку Терминатор-Интер, но Терминатор снялся с чемпионата. И обладатель кубка уже играл со второй командой. ЦДК тогда занял второе место. И в этом матче сильнее был Интер. Но в прошлом году Суперкубок не разыгрывался. Интер был чемпионом, обладателем кубка. Гефест был вторым по итогам сезона, вот, который в три круга проходил тогда, если помните. Там делились на подгруппы, на восьмерки. И уж не знаю, по каким причинам Суперкубок разыгран не был. В этом году классическая схема. Чемпион и... обладатель Кубка Северной Лиги. Таким образом, у нас Беда, Гефест и Интер выигрывали. Только три команды. Беда два раза.
Так, у Интера Максим Тараненко вышел на поле, у него 31 номер. Это первое его появление. И Кирсанов на позицию левого защитника. Но атакует ЦДК. Сейчас Рощин хорош в отборе. Здорово сыграл Тараненко. Попал под Назарова в этой ситуации. Уже места не было для передачи вперед. Ну, а у нас добавленное время идет. Естественно, Владимир Коржевский компенсирует командам вот минутку, может быть, две, которые, во время которых оказывали паузу, оказывали помощь Алексею Мишину. Аверьянов держит мяч, передача в штрафную, на Тараненко, ну нет, там Горшков прочитал, а вот здесь может получиться момент у ЦДК, Саакян опережает Филимонова, но слишком сильно в бровку уходит, Коряка, Милешин подключает Авдеенко и фолит Свежук, а где? Свежук желтую карточку здесь получает, это уже конец 32-й минуты. Еще кто-то там, да, Рощин. Ну, здесь как грубая игра, наверное, можно. А дальше вопрос. Недисциплинированное поведение. Может быть, но штрафной все равно. Вот наиболее опасный из всех позиций, которые у ЦДК были в первом тайме. И, наверное, одна из последних возможностей до перерыва счет сравнять. Алдонин и Коряка у мяча. Я думаю, что здесь какой-то короткий розыгрыш возможен. Коряка бьет, стенка удар на себя принимает. И Коржевский отправляет команды отдыхать. 1-0. Интер выигрывает в равном первом тайме. Все решила ошибка Евгения Алдонина, который неосторожно поперек у своей штрафной мяч отдал. Александр Рощин перехватил, пробил Горшкова. Ну и Артак Григорян уже с линии добил мяч в сетку. Отдыхаем, друзья, минуту-другую и возвращаемся к началу второй половины. Заканчивается перерыв в матче за Суперкубок Северной Лиги. Интер ЦДК после первого тайма 1-0. Артак Григорян, кто же еще, отличился в этом матче на 26-й минуте. Ну и команда потихонечку возвращается со своих скамеек на газон. Разобрался я сейчас, посмотрев повтор момента с желтой карточкой, которая в конце тайма случилась. Там Свежук действительно рядом пробегал с Александром Авдеенко. И Владимир Коржевский сначала подумал, что он нарушил правила. Ему показал карточку. Но затем отменил свое решение и действительно фолил Рощин. И Рощин горчичник получил. Так что вот и судьи могут признать свою неправоту в какой-то ситуации и изменить свое решение. Честь и хвала Коржевскому за этот эпизод. Ну а мы продолжаем. Сейчас по составам нужно пробежаться, наверное. Потому что, по-моему, нет, не совсем в тех же сочетаниях, что и начинали игру. Команды на второй тайм вышли, но что-то близкое к этому. Сейчас после этой атаки Саакян уходит в лицевую. Ну, здесь прострел немножко такой бесперспективный, потому что перелетел мяч через всех. Так Григорян отработал в оборону и назад отыграл. Мяч сохранил для своей команды. Итак, у Интера Александр Филимонов в воротах. В обороне Руслан Нахушев, Сергей Филин и Максим Кирсанов. В средней линии Владимир Свежук. Владимир Свежук, Антон Горячев и Максим Тараненко. Впереди Артак Григорян. Здесь нарушение правил. Игра рукой была зафиксирована, насколько я понимаю, это штрафной в пользу Интера, требует желтую карточку на Радзуре для своего соперника. Коржевский говорит, что нет, просто штрафной, хватит желтого. У нас два горчичника, оба у игроков Интера.
Но штрафной-то хороший и для Григоряна, и для Нахушева, который сейчас тоже у мяча находится, и для возможного розыгрыша. Ну-ка. Григорян бьет, и, по-моему, кто-то из защитников мяч выносит. То ли Смирнов, то ли Саркисов, которые на линии мяча оказались. И на разуре мяч сохраняют после того, как на подборе удачно сыграли. Так, Свежук в штрафной. Саркисов мяч выносит, но здесь Филин совсем один. Итак, у ЦДК Горшков Илья в воротах. В обороне Вячеслав Саркисов, Андрей Смирнов, Владислав Хатажонков. Вот сейчас он сыграл чуть не точно, пытаясь в одно касание мяч вперед доставить. В опорной зоне Алдонин, Евгений Алдонин. Сейчас Андрей Коряка и Георгий Митичкин, впереди фурманца «Океан», здесь не отреагировали на движение, точнее, судья не отреагировал на движение Руслана Нахушева в борьбе с Митичкиным, которого он выше раза в два. И здесь вот пытался Саакян показать, что его подталкивают штрафной, а в итоге ему записали фол. А здесь теперь Саркисов желтую карточку получает. Он грубо сыграл, вот это зеркальный фол, как в первом тайме Филин фолил на Митечкине. Ну, вы знаете, как бы чуть-чуть закипают страсти. Розыгрыш и неточная передача от Кирсанова. Митичкин, ну, завозился. Ну, много, конечно. Тут сразу двое против него. И Троненко с Нахушева мяч отбирает. И тут же Митичкин в борьбу вступает и фолит на этот раз на Григоряне. Ух, как и совершенно спокойной игры закипели страсти, и тяжело сейчас арбитру в этой ситуации. И скамейки давят, и игроки на поле. Но в итоге штрафной в пользу Интера. Да, там, конечно, Митичкин сфалил уже, потеряв мяч и вступив под повторный отбор. Свежук будет этот штрафной выполнять. Опасно. И Горшкову солнце сейчас светит. Оно не полностью село. И как раз вот этот угол штрафной и сам створ правых от нас ворот, он, в общем, довольно еще ярким солнцем залит. Но, может быть, минут 5, еще 7, и солнце уйдет окончательно. А пока вот даже такие удары получаются сложными для вратаря. Здесь отбор Григоряна в борьбе со Смирновым. Еще одна потеря. Теперь Горячев ошибается. И Филин сталкивается с Саакяном. А фола нет. Здесь позволяет играть арбитр. Тараненко здорово вылезает из сложной ситуации. Через Филимонова играет Кирсанов. Вперед Григорян. Свежук. И здесь Хатажонков, а вот здесь он, конечно, грамотно под фол поставился. Он успел занять позицию, полностью выиграть корпус у соперника. И его толкнули. Так, Коряка здесь классно протащил. Алдонин, передача Саакян, 1-1. Алдонин исправляется за ошибку в первом тайме. Он буквально разрезал вот этой скрытой передачей под себя всю оборону Интера, которая, мне кажется, чуть-чуть выстроиться не успел. Не знаю, кто здесь больше виноват, надо анализировать. Ну, зона Сергея Филина и Максима Кирсанова. Вот это правая зона обороны. И 1-1. 1-1. В начале атаки очень здорово Коряка обыграл в центре поля Свежука. И вы знаете, в общем-то, довольно справедливое развитие событий, потому что ЦДК не хуже Интера был, может быть, и не лучше. И вот эта ничейная игра, она и в счете сейчас отражается. Хотя начало обоих таймов армейцы лучше проводят. Так, замены.
Авдеенко возвращается на поле менять Саркисова. Кто еще? Пока у ЦДК нет, у Интера нет, слишком мало сыграно во второй половине. Смирнов вперед, здесь Хтажонков, Тараненко и Алдонин. Ну, Филин корпус поставил, Саакяна не пустил, а дальше Филимонов работает. Филин под прессинг на мяч наступил, здесь Алдонин чуть не успевает. Подстраховали Филина партнеры. Григорян, Свежук налево, Тараненко впереди не находит вариантов, играет назад с Нахушевым, но сохраняет мяч Кирсанов. Кирсанов, у него хороший дальний удар, между прочим, предпочитает подать и выносит снова Хтажонков. Саакян против трех, как в стену уперся, предпочел партнера подключить. Вот Коряка. Авдеенко. Смирнов. Сейчас ЦДК прямо-таки такую атаку с большими силами и с большим количеством передач проводит. Митечкин пытался Коряку в касание вывести на хорошую позицию. Извиняется, может быть, чуть не точная передача получилась, но и Коряка один против четверых оказался в этой зоне. И дальше правила были нарушены, уже Хтажонков фалил, пытаясь остановить возможный контр, выпад соперника. Замены. Коряка уходит, Алдонин уходит, и Саакян. Появляется Косачев, Назаров и Вашурин. В первом тайме это определенный успех армейцам принесло. Вот в таком составе хорошо удавалось прессинговать соперника. Может быть, таким образом была задумка поднять линию обороны. Ну, что-то там Свиридов и Фимцев задумали, очевидно. Ну, а здесь фэрплей. Интер возвращает мяч сопернику, Александр Рощин, кстати, который Тараненко заменил. Так, две трети игры позади, 1-1. Игра все-таки осторожная, она напряженная. Есть моменты, но это не прогулка, не тот матч. Знаете, бывает, когда команды несколько несерьезно относятся. Ну, подумаешь, там суперкубок, по большому счету, не столь важный турнир, просто этап подготовки к новому чемпионату. Сейчас все завелись и хотят выиграть. Тем более, я кубок видел. Большой, красивый. Почему нет? Лишний трофей. Ну и сами знаете что. Горшков от ворот. Горячев здорово сыграл. Свежук на Григоряна. И Назаров успевает, помогает партнерам. Скидывает мяч назад. И Горшков туда, в школу. Мяч отправляет за пределы стадиона. Рощин. Фола нет. Коржевский считает, что вот как бы сама попытка пойти в этот дриблинг, она уже была обречена, и Рощин падал не потому, что его сбивали, а потому, что он просто наткнулся корпусом на кого-то из игроков и потерял равновесие. Ну, был моментик, да, когда могла игра завестись, но вроде бы справился рефери. Сейчас снова все спокойно. Пока спокойно. Между прочим, бывали моменты матчей этих команд, когда были скандальные решения, скандально обсуждаемые решения в отношении назначения пенальти. Рекламировать лишний раз не буду, потому что тогда все грубовато немножко закончилось, нецивильно. Но и делать вид, что ничего не было, не буду тоже.
Горячев из-за боковой. Горшков под прессингом предпочел попроще сыграть, правильно сделал. На самом деле. Григорян. Плотно с ним сегодня играет, он немножко в тени, но в подыгрыше всегда помогает и тут же забивает Александр Рощин. Ну вот, видите, не падает в стартовый состав, а ключевым игроком оказывается в этом матче. Сначала у него была голевая передача, а сейчас он под рикошет здорово подстроился и головой переправил мяч в сетку с близкого расстояния. Бил Кирсанов, не знаю, насколько это голевая передача, но... Интер снова выходит вперед на 43-й минуте. А у Рощина есть голевая, есть желтая карточка и гол теперь. Так что хет-трик Горди Хоу, если так можно сказать. Ну или футбольный аналог. 2-1. Чемпион впереди. У армейцев время еще есть. Но преимущество по такой игре весомое. Весомое, потому что все-таки созидание и тем и другим с трудом дается. И, наверное, все-таки вот так, по гамбургскому счету, по-настоящему опасных моментов не очень много в этом матче. Они есть, где-то мы определенную скидочку делаем и считаем опасным, ну, просто какой-нибудь хороший плотный удар. Но вот так вот голевых... С каждой стороны, ну, по два, по три, может быть, максимум. Филин. Филимонов. Вперед на Григоряна. Друг друга цепляли футболисты в этой ситуации. И Григорян, и Смирнов. Коржевский решил игру не останавливать. Горшков вперед. Мичичкин здорово принял. Ну нет, здесь против Нахушева и Свежука, который на помощь примчался, тяжеловато было. Лучше через пас сыграть. Но Мичичкина, я думаю, сейчас заменит уже. Он хороший отрезок проводит. Ну, в смысле такой по времени довольно продолжительный. И в целом не теряется. Но. Здесь, может быть, где-то и поопытнее нужны футболисты. В подобной ситуации. Вот сейчас замена, да, и вот, пожалуйста, Андрей Коряков возвращается. Ну, человек, который может делать результат, который из ничего фактически может гол создать. Для подготовительной стадии атаки вот сейчас как раз Назаров низко опустился. Косачев против Филина. Нахушев успевает, хотя Филимонов там подсказывал, и Нахушев мяч выбивает. Опять очень много... разговоров началось. Ну и прихватывали Косачева. А у Косачева еще так интересно, у него в последний момент он перешел в ЦДК, и футболка у него реально очень большая. Поэтому за нее, наверное, и легко ухватиться, и как бы провоцирует она немножечко придержать нападающего. Но, может быть, если Филин и прихватывал, то не настолько, чтобы назначить пенальти в этой ситуации. Но эмоции армейцев понятны в целом. Ну вот сейчас Косачев, а вот здесь пенальти будет. Будет, потому что игра рукой зафиксирована. И здесь Косачев Филина продавил, и проталкивая мяч в сторону ворот, попадает. Там Филин объясняет, ну я уже опирался на эту руку, я не мог ее убрать. Ну нет, здесь как раз... Мне кажется, что арбитр прав. Дальше надо смотреть повторы, ожидать последние трактовки и все остальное. Но ЦДК получает право на пенальти. Андрей Коряка берет мяч и устанавливает его на 10-метровой отметке. 46-я минута у нас заканчивается. Коряка против Филимонова. От крутости имен немножечко захватывает дух. Но давайте помолчим, посмотрим... За этим ударом, потому что, конечно, он очень важен для интриги. 2-2. 2-2. Коряка не промахивается. Косачев вполне может считаться соавтором этого гола, потому что он заработал пенальти в такой эмоциональный момент, когда только начали спорить армейцы о нарушении правил в предыдущем эпизоде.
Но в итоге получаем мы с вами увлекательную концовку. 13 минут плюс то, что добавит. Для того, чтобы определить победителя. Ну и отметим, да, вот замену мы с вами предсказали. И тренерский штаб ЦДКА, естественно, тоже оценивая ситуацию правильно и видя, что Мисичкин, может быть, чуть-чуть начал так выпадать из игры, чуть-чуть где-то неверное решение принимать, выпускает Коряку. Коряка тут же забивает, да, реализуя пенальти, но все-таки... И тут же Григорян забивает еще. Кто там снова Рощин ассистирует? Герой сегодняшнего матча Александр Рощин вторую голевую передачу отдает. Тартак Григорян забивает второй гол. И Интер снова выходит вперед. 3-2. И на этот раз минута всего лишь потребовалась. Вот это удар серьезный. Потому что... Только эмоциональное, такое моральное преимущество на сторону армейцев перешло. И Интер тяжелый удар в ответ проводит. Ну, как Стипе Миочич сегодня ночью, которого 3 раунда полоскал Кармье. А потом нарвался на убийственный, совершенно убойный удар в челюсть. И в нокаут отправился. Армейцы продолжают бороться. Угловой выжимает Вашурин из этой атаки. И Коряка будет подавать или простреливать. Ну, очень простой розыгрыш и простой удар. Да, было касание. Там в итоге разглядели все. И арбитр в том числе. Ну, футболисты Интера, кстати, не спорят. Действительно. Вот с моей точки было не видно это. Теперь розыгрыш. Еще один угловой. Коряка с Назаровым. И пытается прострелить. Там в надежде на подставление, рикошет или что-то еще. И опять через Назарова. Григорян низко опускается для того, чтобы помогать обороне. И он прерывает эту передачу. Коряка. Убирает Липаткина. Еще один угловой. Да, вот там резервный уже работает. Подсказывает Владимиру Коржевскому. И еще один угловой. Ну, здесь далековато. Ну, точнее, наоборот, недалеко отошел Артак Григорян от мяча. И можно сказать, что пожалел его. Немножечко Коржевский можно было предупредить. Ну, на это теперь некогда тратить время. Нарушение правил. Как раз Артак Григорян теперь фалит на углу штрафной. Денис Назаров запутал финтами из работы штрафной. Григоряну, может быть, где-то не хватило навыков игры в обороне в этой ситуации. Близко до ворот, но вот прямо напротив угла штрафной. И... получается, что такая не самая ударная позиция. Вот здесь розыгрыш, и четверо футболистов потенциально могут замыкать прострел, если таковой будет. Но Коряка, кажется, выполняет подачу. Ну нет, Вашурин все-таки далековато был, почти там с 10 метров. Головой таким несильным ударом Филимонова переиграть сложновато. Удар от ворот. Александр Филимонов. Будет вводить длинным ударом. Кстати, сегодня ни разу не видел я, чтобы команды разыгрывали по новым правилам мяч в штрафной. Тут вопрос. Ух, Коряка как от Накушева уходит. И от Кирсанова тоже. Но Кирсанов все-таки выжимает его чуть в бровку. А дальше передача не точная. Артак Григорян помог. Он вовремя вернулся и правильную зону заполнил. Потому что здесь так по диагонали, под набегание можно было кого-то из игроков ЦДК ожидать. Коряка ожидал, но в итоге не идеально пас выполнил. Горшков через Алдонина и Смирнова выходит в оборону. Назаров Алдонина подключает. ЦДК сейчас лучше смотрится и атакует. Эта передача была прочитана еще вчера, мне кажется. Но Интер под прессингом начинает просто мячи выбивать.
Вот замены теперь пойдут, потому что как-то, да, нужно что-то менять и что-то освежать. Правда, уходит Рощин и... Рощин и Нахушев, Садиков в оборону и Алексей Аверьянов в линию полузащиты. Григорян остается на поле. Рощин очень классный матч провел. Еще раз гол и две голевые. Артак Григорян дубль. И сейчас здорово за мяч зацепился Липаткин. Ходит от Толдонина, оставляет Григоряну, тот с тобой прокатывает, бьет, попадает в Саркисова, по-моему, Назаров налево. А здесь Георгий Митечкин, Алдонин. Ах, какая классная передача, Коряка чуть проскочил, но передача проходит в центр. И Виктор Косачев поставляет ногу, тянулся к мячу, не получилось у него пробить так акцентированно, скорее пытался переправить, вывернув стопу, переправил за пределы стадиона мяч, и на скамейку сразу отправляется Фурман Саакян на концовочку. Косачеву требуется время, чтобы влиться в команду, ну и, честно говоря, на позиции чистого нападающего я не ожидал его увидеть в ЦДК. Другое дело, что тут есть кому в центре поля сыграть. Все-таки в авангарде он пониже играл в центре поля, в полузащите. Ну, заработал пенальти, фактически как голевая. Тоже для дебюта неплохо. Кадеев. И какое решение в пользу ЦДК принимает Коржевский. Ну, мне кажется, здесь очень сложно было определить в действительности, от кого уходит мяч. И просто по направлению. Вот как бы представил, кто мог последним коснуться. Но недовольные были бы в любом случае в таких спорных эпизодах. Арбитр не может принять решение, которое бы всех удовлетворило. Особенно проигрывающую команду. 54 минуты сыграно. 3-2 в пользу Интера. Хороший получается у нас матч за суперкубок. Классная передача. Назаров уходит от Григоряна. Отличная передача. Саакян штрафную. Ну а пробить не получается. Оставляет мяч Коряке. Коряка готовит удар. Бьет. В Назарова попадает. Но мяч мимо шел в любом случае. Так что это даже хорошо. Это мяч в игре хотя бы остался у ЦДК. Ух. Прилично наваливаются сейчас армейцы. Смирнов в штрафную. Филин, может быть, и придерживал рукой, но отпустил в последний момент. А вот здесь фол уже фиксирует арбитр. И Смирнов считает, что... Считает, что Григорян преувеличил. Преувеличил свои страдания в этом эпизоде. Но мне кажется, что, в общем, Артак Григорян не из тех, кто симулирует. Достается ему довольно часто. Ну ладно, проехали. Снова ЦДК в атаке. Коряка, Саакян. Ух, тут Садиков упал, встал и практически в присядку уже доигрывал этот эпизод. Это Иран Филимонова. Тут вперед и дальше аут. Назаров, Коряка. Против Филина. Филин мяч у него выбивает, но Коряка успевает проткнуть своим. Митечкин назад. Здесь Саркисов на Алдонина. Алдонин классный мяч. Сейчас принял. А здесь классно сыграл Назаров. А это классная передача. И момент. Филимонов выручает. Митечкин бьет гол. Гол от ноги Садикова. Я не знаю, как он будет засчитан. Как гол Митечкина или как автогол. Но 3-3 счет становится на 57-й минуте. И реакция скамейки армейцев бесценна просто.
Здесь взрыв эмоций. Назаров очень здорово сыграл в этой ситуации. Он на смене движения сейчас обыграл соперника. И дальше варианты были. Он мог и сам завершать эту атаку. Но в итоге сделал передачу. Филимонов тоже почти выручил своих. Ну, в общем, очень интересный динамичный эпизод, но в итоге он закончился голом. Я бы все-таки на Георгия Митичкина записал его, потому что касание Садикова было несущественным. Мяч и так шел в створ ворот. Горшков сейчас сложнейший мяч тащит. Срывает аплодисменты, но некогда тут улыбаться. Интер продолжает атаковать. Липаткин. А ЦДК вот здорово прибавил в нужный момент, да? И сейчас важно не позволить Интеру сделать то же самое в концовке. Кадеев теперь угловой будет подавать. И действительно подавать на Аверьянова! Тот коснулся львиной гривой, но пробить не смог как следует. Алдонин готовится из-за боковой вести. Со Смирновым. И где-то даже упрощают уже футболиста ЦДК при розыгрыше на своей половине. Ну а на чужой можно побороться. Назаров. Саакян выиграл эту борьбу. Назаров под прессингом. Налево передача. Алдонин. Подача на Саакяна. И чуть не точно. 2 минуты до конца. Я не знаю, как дальше пойдет по сезону, но сейчас у армейцев команда более сплоченной, что ли, выглядит. На скамейке настоящий вулкан. У Интера как-то рассредоточились запасные игроки. По одному, по двое стоят, и там тишина. А вот эти эмоции, они могут и решить в определенных эпизодах. Георгий Митичкин поборолся, заставил ошибиться соперника. Так, Фурман Саакян, Алдонин, назад, Смирнов, Тажонков, Вашурин. Вашурин против Садикова, мяч убирает, прокатывает его и сохраняет в итоге. Еще одна передача, Саакян, здесь фалить надо, и рука была, да, игра рукой зафиксирована у Кадеева. А это штрафной, и это опасно за минуту до конца. Голевой момент, голевой. Коряка выходит на поле вместо Вашурина, чисто под штрафной. И Вашурин это понимает. Он заработал, он заварил эту кашу. Но сейчас важно, кто может исполнить этот удар. Алдонин, Коряка. Двое футболистов во вратарской, трое с учетом Митичкина. Коряка разыгрывает, неудобно было бить, потому что Владимир Коржевский такую позицию занял, но он стоял, но он не двигался, и нужно было и Коряке, и Алдонину оценить эту ситуацию, прежде чем штрафной разыгрывать. Заигран момент основного времени этого матча. Совсем немного остается. Здесь Садик выжимается в передаче. Здорово сыграл Назаров на перехвате. Ну а здесь Филин не пустил свою штрафную соперника. Аверьянов обработал на правой бровке. Передача на Липаткина. Липаткин догоняет на лицевой. Аверьянов на углу штрафной. Филин штрафной прострел. Ох! Смирнов опережает Григоряна. Выбивает мяч. Супер бомбардир Интера был уже готов хет-трик оформить и победу своей команде принести. Все добавлено идет. Сколько? Минута еще, наверное. Кайфанем от этого футбола. Вот простите мне такое слово, но действительно, ну, очень здорово. Очень здорово все это смотрится. А там что, Филин младший? И одна из последних атак Интер с мячом. Паткин. Нет, накрывает его Владислав Хатажонков. Григорян. Штрафную подача. Свежук. Ударная же позиция-то нет. Не точно бьет и все.
Свисток судьи не финальный, а лишь возвещающий о том, что основное время матча завершено. 3-3. Ничья. И что? Ждем продолжения. Драматично получилось. Ну, и знаете, если итоги игры вот этих 60 там, с лишним минут подводить, то в целом, наверное, равный футбол мы увидели. И вполне заслуженная ничья. Ну, в том смысле, что инициатива переходила от команды к команде. И в общем-то, в нужные отрезки проигрывающая команда добавляла. Ну, а проигрывал-то у нас все время ЦДК. Вот в чем дело. Трижды Интер выходил вперед, трижды армейцы отыгрывались, и каждый раз это выглядело вполне логично. Так, ну и давайте, что, по 8 человек, да, по идее, команды должны делегировать вот для первого раунда серии пенальти. Эти футболисты должны в центральном круге располагаться, насколько я понимаю. И только после того, как все 8 пробьют, можно повторно выходить на удар. Вот, насколько я понимаю, такие правила. Сейчас нужно понять, в какие ворота будут пробиваться. Ну, обычно в левые бьют здесь на Флотской. Для этого нужно будет футболистов Булата, разминающихся с поля, удалить. Потому что суперкубок суперкубком, но в других дивизионах-то чемпионат своим чередом идет. Ну, а здесь вынужденная пауза. В общем-то, будет в итоге к концу дня отставание от графика, но уважительная причина. Так, Смирнов, Нахушев и Владимир Коржевский разыграли, по-моему, право первого удара. Ну, а Алексей Ефимцев сказал своим футболистам: сами решайте, в общем, ну вас, да. Ну что ж, Андрей Коряка против Александра Филимонова. Ай, здорово. Паненко. И 1-0. Руслан Нахушев. Руслан Нахушев у Интера. Это левая нога. И это гол. 1-1. Евгений Алдонин. Гол. 2-1. ЦДК впереди. Максим Тараненко. Ого. Ну а что? Молодой парень. Может быть, без нервов? Очень четко исполняет. 2-2. Вашурин. Теперь.
Шурин. И очень четко, точно в угол, здорово исполняет. Низом, без шансов для Филимона. Причем мне показалось, что поскольку бил низом, дожидался движения вратаря. Иначе такой огромный голкипер, как Филимонов, дотянулся бы до мяча. Антон Горячев теперь. И не переигрывает Горшкова. Плохой удар. Плохой удар и низом, и слабо, и не точно угол, и Горшков намертво взял мяч. Саакян. Четыре, два. В одном ударе ЦДК от победы в Суперкубке. Причем это может быть и удар Интера, если Александр Рощин сейчас не забьет. Рощин забивает, так скажем, со скрипом, с треском, но пробивает руки Горшкова. Хотя Горшков угадал направление полета мяча и оставляет Интер в игре. Но теперь Георгий Митечкин подходит к 10-метровой отметке. Гол! ЦДК выигрывает Суперкубок, и Георгий Митечкин становится героем сегодняшнего матча, потому что забивает гол, который перевел игру в эту серию пенальти и забивает решающий пенальти. Ну что ж, теперь у нас появился четвертый обладатель Суперкубка в истории этого турнира на севере. ЦДК впервые выигрывает Суперкубок и впервые выигрывает, участвовав в нем уже в третий раз. Два матча были проиграны Гефесту и Интеру. Ну вот, новый сезон. Армейцы с успешного для себя матча начинают, завоевывают трофей. Посмотрим, по-всякому складывалось, можно ли считать ЦДК теперь фаворитом сезона в полной мере по отношению к Интеру, Гефесту и Динамо. Понятно, что борьба внутри этой четверки в основном будет вестись, да, есть амбициозные коллективы, есть Хай-Тек, есть Аэрофлот, может быть, еще кто-то удивит нас, но, скорее всего, все-таки большая четверка таковой останется. ЦДК такую большую моральную победу завоевывает, прежде всего. И вот для Интера продолжается такая несколько неудачная серия, по ходу которой соперники на Радзуре понимают, что чемпион можно побеждать. Где-то, может быть, не на дистанции всего турнира, но вот обратите внимание, во всех кубковых соревнованиях, во всех турнирах на вылет у Интера постоянно приключается. И внутри Севера теперь, и в Еврокубках, в Лиге Чемпионов, в Кубке ЛФЛ, помните, усадьба Банная приключилась один раз. Наверное, на дистанции за счет стабильности, за счет длины состава, за счет такого более стабильного, стабильных результатов, которые команду удается показывать, Интер все-таки выглядит чуть большим фаворитом, нежели все остальные. Но вот во всех турнирах кубковых находятся свои герои. Команды, которые выигрывают и кубки, и суперкубки, и Лигу чемпионов. А Андрей Коряка на опыте. Самый главный трофей этого суперкубка
сразу забрал со столика. Ну, а здесь Владимир Павлов так по-домашнему, без особого официоза, Евгению Алдонину сначала, ну, а затем тот Андрею Смирнову передает суперкубок. И, опять же, может быть, немного буднично, но... Все-таки есть такой торжественный момент. Сейчас нужно, наверное, кубок-то поднять как-то. Сейчас Горшков должен подойти. Роман Памшев на поле сегодня не выходивший. Но вот. Есть. Красиво. Все здорово. Брызги шампанского победного. Ну и собственно... Олег, привет! Олегу Полтевскому привет. Ну что ж, друзья, все понятно. Здесь, наверное, на несколько секунд еще можно оставить вас без комментариев. Я буду прощаться. Этот интересный матч открытия нового сезона для вас комментировал Кирилл Разумовский. Увидимся здесь, на полях Северной Лиги. В этом году нас ждет много интересного. Thank you.